Здравствуйте, с вами Владимир. Сегодня мы поговорим о астралах. Но для этого вам необходимо перейти по вкладочке к астралам. Здесь отображаются, как мы видим, астралы, которые у вас уже стоят непосредственно, а также астралы, места для астралов, которые открываются на определенных уровнях. Если же у вас есть VIP, вы можете найти сразу все астралы, которые заполнятся. Вот у меня его нету, и как вы видите, прописывает только для VIP. Если же у вас нет VIP, вам необходимо будет на каждый астрал тыкать. Как находятся астралы, вы также получаете осколки, которые можно при достижении определенного количества их можно обменять на более высокие астралы, которые вам будут необходимы. Астралы также весьма хорошо повышают ваш БР и определенные статы вашему персонажу. Так что обязательно их используйте. Вот, находите. Всем спасибо. Заходите в группу РБК Games ВКонтакте, участвуйте в конкурсах, получайте награды.